Николай Винокуров отправится на чемпионат мира по кикбоксингу. Таковы результаты участия спортсмена на чемпионате России. Он прошел в Калининграде. На ринг вышли более 300 спортсменов из 40 регионов страны. Соревнования прошли в разделе «Фуллконтакт» с лоу-киком. Якутию представили 16 бойцов. По итогам чемпионата в копилке сборной республики одно золото, одно серебро и 5 бронзовых наград, а также по 2 медали серебряного и бронзового достоинства среди юношей и юниоров. Там же разыграли путевки на чемпионаты мира и Европы. Первый пройдет в Бразилии осенью. Честь страны там представит Николай Винокуров, а Армен Фероян и Джулустан Барашков поедут на первенство Европы. По словам тренерского штаба, количество медалей превзошло все результаты предыдущих лет. Я должен был превосходить их на голову выше. Мы тут готовились к этому. Стили меняли. С тренером моим Алексеем Андреем Васильевичем. Основной акцент мы делали на защиту. И вот это, наверное, можно сказать, привело к удаче, к выигрышу.